сколько можно зарабатывать и что мне для этого нужно сделать? Именно эти вопросы возникают у людей абсолютно на любой презентации. Именно на эти вопросы я отвечу в этом видеоролике. Но прежде чем мы начнем, я очень хочу, чтобы вы сейчас сосредоточились на той информации, которую я вам дам. Инвестируйте 20 минут своего драгоценного времени в свое светлое будущее. Разберитесь с нашим предложением. Наша компания – это очень крутой инструмент, который позволит вам достичь ваших финансовых целей в самые кратчайшие сроки. Я очень надеюсь, что после просмотра этого видеоролика вы примете правильное решение и станете частью нашей компании. Первое, с чего стоит начать, с активации как минимум одного юнита в нашей системе. Стоимость одного юнита составляет 300 рублей. По факту это цена одной чашки кофе в ресторане. Но за маленькую цену вы получаете огромную ценность в виде трех инструментов автоматизации бизнеса в интернете. В дальнейшем их будет намного больше, но уже сейчас вы получаете интернет-визитку, конструктор лендингов и конструктор автовебинаров. Как вы понимаете, любой из этих инструментов стоит намного дороже, чем 300 рублей. Эти инструменты вы вправе настраивать абсолютно под любой бизнес и любой продукт. А самое важное, что вы можете перепродавать сервисы в рамках нашей партнерской программы и зарабатывать на этом неприлично большие деньги. Важно заметить, что мы прежде всего IT-компания, и сервисы являются нашей разработкой. И вы оказываете для нашей компании информационную услугу по продвижению этих сервисов в сети интернет. И мы, в свою очередь, за это выплачиваем вам комиссионные вознаграждения. Поэтому с точки зрения закона здесь все легально. Как вы понимаете, иметь один источник дохода в наше время – это самоубийство. Нужно иметь 2, 3, 4, 5 источников дохода. Так вот, в рамках нашей компании вы сможете получить 6 источников дохода. Итак, обо всем по порядку. Итак, первое – лифт-маркетинг, он же основной маркетинг. Лифт-маркетинг, он же основной маркетинг, работает по принципу живой очереди. Когда вы активируете свой юнит, он занимает место в конце очереди. И каждый следующий партнер, который будет активировать свой юнит, занимает место за вами. Простыми словами, мы одна большая команда, которая нацелена на результат. Задача этой команды – помогать друг другу. Сильные помогают более слабым. Все очень просто. Юниты, которые встают вслед за вами, выталкивают ваш аккаунт на более высокие уровни в нашем основном маркетинге, и вы начинаете получать денежные вознаграждения за прохождение этих уровней. Итак, давайте посмотрим, какие денежные вознаграждения у нас предусмотрены за прохождение каждого уровня. Итак, первые 5 уровней мы просто разгоняемся, и начиная с 6 уровня начинаем получать денежные вознаграждения. Итак, 6 уровень 300 рублей, 7 уровень 600 рублей, 8 уровень 1800 рублей, 9 уровень 3000 рублей и так далее. Самый интересные выплаты начинаются, пожалуй, с 17 уровня, уже свыше миллиона рублей. 18 уровень 2,8 миллиона, 19 5,6, 20 11,2 и 21 22 миллиона рублей. С ума можно сойти, не правда ли? Это еще с тем учетом, что ты можешь продвигаться по уровням, абсолютно никого не приглашая. Задача этого маркетинга – помочь людям, у которых нет результата в интернете, получить этот результат, чтобы у них был этот финансовый результат наконец-то. Потому что я знаю, что многие люди из компании в компанию переходят для того, чтобы получить свой финансовый результат. И этот результат мог как магнит притягивать к себе партнеров, и они смогли развивать партнерскую сеть. Конечно, самые большие деньги, они не находятся в основном маркетинге. Они находятся всегда в партнерских программах. Самые большие деньги лидеры зарабатывают всегда по партнерской программе. Но когда у тебя есть финансовый результат, строить партнерскую программу становится намного легче, чем когда у тебя его нет. Я надеюсь, вы со мной согласны. Вопрос, который вас сейчас мучает. Что же такое за кристаллы? Вход кристаллы, выход кристаллы. Для того, чтобы скорость продвижения по уровням очереди была намного выше, у нас есть технические аккаунты, которые создаются из этих кристаллов. Технические аккаунты создаются каждые 8 часов, появляются в конце очереди, производят толчок всей очереди наверх, после чего сгорают, происходит компрессия. Откуда берутся кристаллы? При активации одного юнита на баланс этого юнита начисляется 300 кристаллов. И каждые 8 часов происходит списание 3 кристаллов. Итого за 24 часа списывается 9 кристаллов. Простая математика, и мы понимаем, что 300 кристаллов нам хватит на 33 дня. И как только система обнаружит нулевой баланс при очередном списании кристаллов, ваше продвижение в очереди остановится.
И вас начнут обгонять другие партнеры до тех пор, пока вы не пополните баланс кристаллов, то есть не продлите юнит на следующий месяц. Для чего это нужно и какие огромные плюсы в этом есть? Первое неоспоримое преимущество – это рекуррентный платеж. Вы должны понимать, что мы с вами строим бизнес и занимаемся бизнесом, друзья мои. А в любом бизнесе, в любом, сфера услуг, ресторан, кафе, продажи, 70% прибыли – это повторные покупки. Это когда клиент возвращается к вам каждый месяц за вашими услугами или за вашим товаром. Если мы говорим с вами про сетевой бизнес, однажды проделанная вами работа превращается в пассивный остаточный доход. Если мы с вами построили партнерскую сеть, и она каждый месяц потребляет продукт, мы получаем с этого пассивный остаточный доход за однажды проделанную нами работу. И это очень сильно заметно в таком маркетинге, как живая очередь, когда мы одна большая команда и формируем одну большую партнерскую сеть. Второе неоспоримое преимущество – это технические аккаунты, которые будут формироваться каждый месяц. Простой пример. Предположим, что в очереди над вами находится 10 тысяч партнеров. По принципу Паретто 80-20, как минимум 20% будут из них активно рекрутировать, активно приглашать новых партнеров в нашу систему. Почему они будут это делать? Потому что у нас есть другие виды партнерской программы, это оставшиеся 5, которые будут мотивировать их приглашать. Потому что по ним можно зарабатывать в разы больше денег, чем по основному маркетингу. Поэтому цифру в 20% рекрутирующих я взял по минимуму. Я больше чем уверен, что эта цифра будет и 40, и 50%. Чем больше партнеров будет рекрутировать в нашу компанию, тем живая очередь будет двигаться быстрее. Это важно понимать. Поэтому берем ответственность за результат в свои руки и начинаем прикладывать небольшие усилия. И еще очень важно заметить, что если из этих 10 тысяч человек часть будет рекрутировать активно, а я уже говорил, что 70% прибыли – это повторные покупки, то 30% людей не будут продлевать. Они забудут или не разберутся, или не захотят, или еще что-то. 30%, то есть 3000 человек остановятся в очереди. И ваше продвижение в очереди будет гораздо быстрее. Очень хочется, чтобы вы понимали, что это маркетинг – это работа в долгую. Это марафонский забег, это не спринтерская дистанция, где заработал, вывел. Здесь вы будете из месяца в месяц на протяжении долгого времени зарабатывать свои деньги, увеличивая каждый месяц свой доход. Вот это важно понимать. Настраивайтесь сразу на длинную дистанцию, друзья. Важно понимать, друзья, что маркетинг любой компании ты начинаешь понимать только тогда, когда начинаешь зарабатывать по нему. Я постарался вам объяснить эти сложные технические моменты, но вам их знать не обязательно. Все, что вам нужно видеть, это на каком уровне вы находитесь и какой порядковый номер в очереди у вас. Все. И вы будете видеть, как эта очередь продвигается. Все, что касается маркетинга...
Череповец, просто гейм. Мытищи. Санкт-Петербург. Город Запорожье. Череповец. Ульяновск. Харьков. Кострома. Город Львов. Казахстан. Пришел сюда, чтобы зарабатывать неприлично большие деньги. Доказать себе, что я могу иметь что больше, чем я.